23 года открыть свое собственное архитектурное бюро, а в 25 уже выиграть с ним все главные тендеры в стране, самый молодой из завидных женихов страны Сергей Градский. Встречаем! В «Стиларт» мы берем только лучших. Да вы боитесь растить конкурентов. Я потеряла из-за вас 3 года жизни. Как вас зовут? Для вас никак. Грустно, наверное, наблюдать, когда твоя бывшая уходит другому. Представь себе, я тоже встретил свою любовь. Настоящую. Я остаюсь здесь и жду журналистов и полицию. Ты совсем больная? Может, ты нас познакомишь? Действительно, дорогой. Может, ты скажешь это своим друзьям, как меня зовут? Я называю ее Котик. У меня к тебе деловое предложение. Мы заключим с тобой контракт. У моей Алины через 2 месяца свадьба. И я предлагаю тебе притвориться на этот срок моей невесты. Он просто сделал мне предложение. Так, не делай из нас идиота. Какое предложение? Мы знакомы всего 1 день. Чувства отдельно, бизнес отдельно. Спокойной жизни с ним не будет. Сергей, вы давно знакомы? Все должно быть по моим правилам, ясно? Да плевала я на твои правила. Ты женщин не понимаешь. Они, если ревнуют, то делают вид, что не ревнуют. Саша толкает тебя к Алине, потому что ревнует. Ты хоть счастлива с ним? Почему ты от меня бегаешь? Я просто запуталась. Ты с ним спишь? Что? Я хочу, чтобы он понял, что я его люблю. Я тебя ненавижу. Это взаимно, моя дорогая. Взаимно.